Assalomu alaykum, sizlar bilan Ibrohimov. Mana yana Metro Exodus davomi bugun chiqadi. Eslatib o'tish, oldindan aytib qo'yishim kerak bu narsani. Bu seriyada hech qanaqa shikarli otishmalar, unaqa narsada bo'lmaydi. Har bitta personaj bilan tanishib chiqish bo'ladi. Shuning uchun buni o'tkazib yuborsanglar ham bo'ladi, agar unaqa narsalarga qiziqmasanglar. Lekin agar nima sababdan unaqa qilishyapti, nima sababdan bunaqa qilishyapti degan har xil savollar qiziqtiradigan bo'lsa va syujet sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu seriyani ko'rishni maslahat beraman. Boshladik. Xo'sh. Biz metroda uxlab qolgan ekanmiz. Poyezdda to'g'rimi? Qayerga borishni o'ylashyapti. To'g'riga, o'ngga, chapga, orqaga. Тебя я ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Радиация на улице Дюгон Курлума, как это я плечу от ты. И у Степана тоже норма на дозиметре. Ташкарда нормально или что? Ты бей мало в маске, а сына потом собрали. Не брали. Кто? Кто? Демек Алдаш Матты Дочи. Кем Алдаш? Бо Окехон Бельгенгу усовал Алда. Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Надо хотя бы хочу очень турберды, но. Война не окончена. То есть как это не было? Хорошо, уж тебя надо допойло. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать приказ. Москва, где я не ядерный бомбы лот, это же смысл гучон, усал гучон. Москва, да, сколько надо мало, вот сколько мне его ходит. Ладно, это тоже было хмое, потому что я нас плавал. Возле гича. Своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда... Похрироечий, ложи его дела. Мечтой. Нет, нельзя. Йо, кумкумаси, дохрироечий. Получил полгода назад. Под грифом расскажешь, сдохнешь. Ярмий лавный огонь, когда нам вот станцию охраняем. Эти сень чоп тащим за лишь. Если нельзя назад, как насчет вперед? Я орка и кайчуза, давай открою Олдинге. Но... Артем, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной ковчег. Ковчег, я наверное, подожди тебе или что? Почему в глазах команды мы предатели? Вывели из строя глушилки. Расстреляли охрану. Вадер толщик чихот, ну да я приотки. И убрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. Немедр толщик чихот, слеги следами он был мадемугу. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей. Слышал, музыки. Как считаешь? Не сказки. Это... О! Ну-ка, это что? Айнан, окей, хомит, кэнэ, габары, кафшек, диген, джори, топтик, бизэ. Ушалан, радио сигнал, мы топтик. Джори, лэшу координата ларда, это что, улэ? Баратан, гэзэ. Уле карта де боя белгилашт бизге келди жойи. Аз турушга руксат берса ойин бориб кўрамиз биза. Именно это. Проект Ковчег это целый подземный город, огромные запасы, техника, лучшие специалисты. О, Ковчег бу чутки жой, ради. Мактаб ташлади локи. Вот это типа бутун СССР, россияны. Хукумата варла. Не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это. Начинается новое... Ну, как он хурсан был кетып, парнер гябля я вот лежат. Ура! Женщинами там, кстати, как ситуация? Хе-хе. Антон, как он вот это айонный молнер. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник?
А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? Это я мигом, это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Русчан, что надо говорить, чем пастык? Я на калай ох пойдем. Название этой развалине дадим. Саптайтлана, холли себе шамел в окшиле. Предлагаю Анютины глазки. У Изымзеге от хоиш таклиф калышты. Еще лучше. Да ну! А как насчет Авроры? Аврора, да, сам понял, что... Крейсер, ну, сами знаете чего. Другое дело. Харгадур, фальсафи, я плей, я предлаванчу, мадам. Вообще норм. Хаммаге, ох, та Аврора, да, Янсен. А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда за Аврору! Уле, квасит, чё, ты тут тас урхалили. Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили, хватит, пожалуй. Артём, батьки, рационно ищите все, вот как. Радио. Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? Ого, качал они это баран задал. О, что узим за горе, видите? Как ты, Лёша? Мене бізе ең қарай Лёшатта мамыт кече келдік мәді, енді бізе мамыт кече баршымызе келді. Өзімізе үрші баршылады. Бұл океге оқты еген еді. Ты точно в порядке? Я ведь тебя знаю. Яқшымызы үзілден сұра оқты. А шрамы только украшают мужчин. Ну, нормально не екен. О, а там впереди барыши небось ого-го сколько? Туда мне много. Енді бітті. Тут важно не число, а умение. Жай у них қызумас нәрсадан ел, темеден елдеш ел. Қашқарай жек бұрамыз. Атрофы яқшысыз ішкенін дейді, кезген бұл Или не сладкий, сколько у него оттенков вкуса-то всяких. Ховолны тамы хакады гапляшотты были. Факат противогазны на фазолчкан ташкарей чыкканды. О, Артём бір мәртті птичоги чыкканады противогазы ташкарды на фазолгия хакады біләркен оды. Если ты тогда ракеты не пустил, то и на башню бы не полез. Сигнал тот по радио тоже не услышал. Жизнь, знаешь, странная вещь. Китобыны оқыма келі, бұны кәп не ештіген, әшқан қойдасы еуғанымды. И ты тащишь эту цепь из темного колодца. Звенья появляются по одному из темной воды. Жай, қарқадыр, фальсафия, бле. Чего в конце придется испить? Вот она загадка. Мен бұлан тарджима қылшыкен ана қылым етмесе келі. У каждого поступка будет последствия. И бросить цепь нельзя. И хлебать из ведра придется до дна. Вот и каково оно, чувствовать себя Моисеем за цепь потянувшим. Ладно. Глупо человеку всю жизнь чужие приказы исполнявшему о таком думать, да? Ну так на то я и идиот. А вот что будет на конце твоей цепи, все же интересно. Ошмайлер, бұны океан гаплерін ештікі қайты бар едік. Я гяплиги не исполнил. А не важно, какая радиация, товарищ американец. Жителям Москвы придется остаться в Москве. Агар ташкарда радиация юг босы, бізе оген Москва дилене опке ловилкен бізе дейді нуапты. А вот тиге оке бабаран опке ломи бізе улану, ула бабушет яшечек опке ловилкен. А вы давно с этими, с глушилок, работать начали? Оке хонна соролды, анчадан бері ула бламыр гешлявасы. Красота. Скажи? Не опилям волну. А я тут у Андрея Ивановича думала узнать, что у нас дальше ждет. Окей, уже я опилям волну. Да ну что ты, Аня? Мне тут и да рассказать-то всего ничего осталось. Ну год почти. Они меня чем заманили? Напили, что, мол, опыт мой поможет жизни метро сберечь. Проведя станции, поставить... А ну, одам на ну. Өлдіру өткенлі білім өке қаншы елді алды. Бұлы бұлыге сізі қайоти тәжібіз метродеге өдамдан құтқарып қолшыке өдам ереді деп әлдәшкен әкен.
2 oy oldim bo'lsa kimlandir mashinaga poyezga ortib odamlarni olib ketib bu odamlar stat kelishdi. Shu odamlarni bir ko'ngligini topib qo'ydi. Mayli, xo'p. Shunday gaplashaylik doktor. Ishini yopmasa kerak. Чекмешек я был милла, а я был. Санташ каргеч побюргани на мою тохта надо мной. Ну база маломот ланет мадам нот. Ма узман да место. Повторяю на сане. Ой, еле мы снова дошли. Потому что война продолжается. Газеты часть защитяны. Докат видео да сигары чакиш, она говорит цена ларвор, сюда я вас огадерли да чакиш. Потому что секретность и парни наши поняли. И ты пойми. Это типа, окей, он узор сорвал, да, типа. Тебе людей наверх из пещер надо вывести непременно. Романтик ты хренов. Думаешь, ты бы кого-нибудь спас? Что вы с глушилкой натворили? Сейчас, может, Москву раскрыли из-за вас? Сейчас, может... Бзы, а ну, радиосигналы, на богу, урлманы, бзы, пойганы, бзы, учен, уршу, оттыла, окей, вам, заны? Чтобы они там про меня не думали, я не дезертир, им никогда не буду, ясно? А, хочу, а ну, наводите, сотхарли, хана, я, ма, тебе, тот, прощение. Агер ула мани кечиришлигини азгини бўлса ҳам эҳтимоли бор бўлса ман шуни нақламан. И не дай бог тебе ещё раз поставить нам всем подножку. Понял? Уланинг гапини таржима қилиш жуда ҳам қийин. Ну, теперь нам хоть ясно куда бежать. Пойз биз қайерга боришимиз уже маълум, шунинг учун шу томонга боришимиз мумкин. Ҳозир сен бориб картани кўрсанг бўлади, бўлади. О, вот так, окей. Энди бу қисмми? А, бой кетмая. Бу қисмми энди одамлар ҳақида билишингиз учун одам қўрдим. О, полковник қолди деб биз мақсад қўйганмишмиз. Так что не важно, что впереди, поддержим. Не сомневайся. Нима бўлса ҳам биз қўллаб-квотлаймиз деб айтдилар, окахон. Инвентаризацию затеял. О, машинада оружие бўйича ишлаш. Я тут вроде стола что-то сообразить думаю. Чтобы инструмент какой найдётся, тоже тут пристроить. О, машинада қурол аслаҳа билан шуғулланиб, синаб қоламиз деб айтди. Эдбит пужи нас отилиб кетса, қидир юрмаслик учун машинада яхшироқ жой қиламиз. Ну, бір-бірге ғалақты көмәсілі үшін мәшітті гәлмәгәлден құрол әсіліғаланы очып тазылап үйәлі әқыланызды да. Көчеді құрол әсіліғаланы мәләді топпасы мәңгі өп ке, мән өзім тазылап үйәлі әқып әрәмін болып білі. Такие конструкции попадались, обалдеть просто. Так что, если чего по оружейному делу, вопросы какие, не стесняйся, подходи. Автомат он как девушка, подход требует. Автомат? Куда? Козлегал шабанок. Козлегал шиду дал. Автомат? С этими самодельными капсулями окисляется гильза иногда. Бля, я характерушки, да, типа. Если душу вложил, в бою не подведет. Вот сейчас эту красавицу протру и другую почистим. Ну, фаза поле лиги фролда тоже обеткен, лаке. Айден да халахт не я. Ой, жбио да, оке фан, на лаптеле. Мы могли бы, между прочим, и наверх позвать, за Аврору выпить, раз уж Вельзевула мы его не приняли. Е, вор ички ларьги отбукты. Давайте, ма. Орамызды ең яшы үші бөзілі келі.
Ну давай. Вот ты слышишь единственный ахштон, да? А с каждой шлиги слышишь, да? Хорош. Майда, окей, он узлярик на полосу, да? Где уйдешь, давай? Вот. Вот ты не могу. Ну, кролес, ага, да, я могу залах. Я понял. Значит, окей, не гамбля, так и зубы, ну, как такое в себе держать? Теперь понимаю, почему вы тогда нам помогли. Спасибо. Рахмат, Дотты, бізе ярдам бергеніңіз үшін қыз етті, де? Енді, немәдір яқшы іш қыламыз деген үмітті мен. А, окей. Метро деген пойыз жаман үшін істі бөген екен, де? У, ану, Москва на метро сюда, айланали витте линия бар, да холос яқында Ташкентге ҳам қуришади. Окей, хон шунақа айланали метро деп ишлагани келди. О, ташқаридаги метро поезд ишлаш орзу қилган экан, окей, хон. Агар ташқардиги анақа. Ташқардиги поезга ўтсам, хосилим билан урушиб қолдим бўлди-ба. Москвага ядерный бомбалар тушганда қизи билан хотини ўлиб кетишди. И битта қизи Окаханни метрода кутиб турган эканди, Окан ўшанинг учун келовлиги тирик қолишди. И охири у қиз туберкулёздан ўлган экан. Что? Туберкулёздан ўлган қизини деб булага ёрдам берган. Айни ўқшаган. Ну, Окахон баъзи орзуларга етибдилар, ҳақиқий темир йўлида машинист бўлиб ишлаш. Ну, майли, манимча ҳамма билан гаплашиб чиқдик. Ока билан гаплашмадикми? Ман бесдан чиқдим, хош. Артём, а там по радио музыки какой нету? Музыки кое-нибудь. Окей, хорошо, ради, да? Более там? Внимание! Всем, кто слышит это сообщение, всем, кто хранит верность... Ой, блин, о, музыка. Ах-то мы. Есть? Ой, музыка не подходит. Ой, китап окси, вот это холодно. Экипаж. Құрамыз. Мания хақыда малыматлы бар екен бұтты. Оп, оқы кейлі кесе, егер үстіліні өлсейлі, мені бауза қып оқу алейлі, мешкен елқыны. Мені бауыз ойын хақыды. Оп, дамир хақыды. Князь. Ермак. Үші, поезді бізеге ордан ермак қақым. Идиот. Өзіне отыны идиот қойым қақым. Алёша хакында Сэм Степан ТТшник. Ну, у меня пауза кабуху осели были, да, я руки гели кисаш.
Qolgan narsadan keyin o'qib chiqaraman. Xo'sh, davom ettirib ko'ramiz. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только... Ош, я на корби, панагадыр лайкаци. Ты как, родной? Ничего не застудил? Чома лапомадим мы его? Держи, разморозим тебя немного. Я на квас, чой чой ты запасал по нас. Каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Это борщим за шанс, там тебе гельный бойло от сетас. Вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью. Той жизни. Полковник я на олдинге хайоты ге хайттыш, хакада ойлап ябру юргенеке, алигече. Тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Ну, кыз бос этаж карады, туманны ортыдаги янги хайот хакада ойлап юргенеке. Я антисвет. Люди! Там люди! Тормозите! Е-е-е! Вах, без обрывля на нас не стычали. Окей, мы кем отмели. Ладно, чё ты шар там у нас? Огневой контакт! Четверо, дрезина! Всем руку! Общий сбор! Артём, ты как цел? Юр-юр-юр! Один цилиндр открылся. Насколько все плохо? И ты цилиндр без лепты? Нет, приехали! Это Келвик. Кет Буми даже зон. В тумане не заметили. Купчили я музей, а вы начали да? А не в ватниках. Старичье какое-то. Старичье. Это их внешний периметр могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть бар с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Из-за дышмерлиги эти кельник мы еще. Окей, джангелор состояние. Джангелор холод талер. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревни и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Мало вот для кельника. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится из игры взять еще лучше. Да, есть! Может, я с Артёмом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали, справятся. Ну, пошли, на Аня бы там Берге копчили. Как ты сможешь починить Аврору? Без Аня Берге, значит. Может, день? Может, больше? Ну, Берге кунду дзюет, она Аврора работала, окей, хо? Новая модель, походная мастерская. Оу, окей, дзюет. Вечно заменимая. Инструкция внутри. Рахмат, братан. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Вот тут. Это ты. Пойдем, Артём. Мы там осторожней только. Больно, больно. Ладно. Хотят больше бегал. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Ну, деды какие-то. У тебя колись. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Ну, доля та сосиксна. Босволинген деген кир билдирди, окей. Служит ему. Ясно? Вот мы на них небось страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их или еще что. Спускаемся. Shunday qilib hozircha videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.